Мы даже чехол в Вове не нашли. Yeah, sure. Okay. Мы все еще едем в метро. Yeah. Ничего не видно, мы где-то под землей и все еще ни у кого. Все еще ни у кого не украли вещи. Да, кстати. А, я забыл, кстати, снять. Да, там вот в том месте, где одни женщины сидят, там ходят такие outlaw guys. Типа, бесстрашные парни ходят и торгуют там всяким ширпотребом, и типа это незаконно, их могут арестовать за это. Вообще легко. И еще забавно, тут типа стоят девчонки из России и все дядьки в этой части вагона мужской, они такие типа... Короче, я ловлю только взгляды, что там прям... Хотелось бы оставить их на следующей станции и поснимать, что произойдет, потому что, типа, интересно. Ну. Да, Оля? Поедешь? Конечно. Карина, поедешь с ним? Ты одну ее отдашь? До следующей станции. Вот вместе и поедете. Ладно. В общем, пока ничего необычного. Ну, кроме незаконных парней в женском вагоне. Едем дальше.